С вами канал Андрей на юге. Мы в Туапсе. Центральный пляж. Октябрь, 17 число. Уже прохладно. Но мы будем купаться. Все тепло одеты. Я в том числе. Водичка немножко мутноватая, но ничего страшного. Когда нас это останавливало. Правильно, ребят? Погнали. Такая обстановка у нас сегодня. Туапсе. Люди занимаются возле моря. Классно. Все здорово. Я буду купаться, попозже чуть подогреется после обеда. Сейчас пока едем в Шипси на маршрутке из автовокзала из Туапсе. Там я договорился с гостиницей. Погнали, все расскажу, покажу. Я буду один в гостинице. Люди уже боятся купаться, холодно считают, но не знаю, я так не считаю. Классно тут очень. Качельки. Все спорт, пожалуйста, все есть. Офигенно, тут просто офигенно. Гостиница, где я живу, выход на речку, это Заречная 6. Сразу я перешел через речку Шипси и погнал на ту сторону, посмотрим, что там. Сюда закопали, что ли? Юли-поли, я не пройду, что ли? Зря пришел, что ли? А тут, наверное, что-то строится. На хорошее. Целый месяц меня не было. Он пришел покормить. Специально Сеснятуков приехал покормить моськов. Вот такие дела. 18 октября, Шипси, людей нету, все позакрыто, вот за мостом получается в сторону моря, все уже закрыто, все гостиницы, все. Месяц назад был чувак тут, строил. Подавать надо будет. Мася. Ну, все очень затихло. Здесь лягатки. Привет. Привет. Ты зайненька. Привет, хороший. Песер. Песер. Да. Охренеть. Казалось бы, октябрь. В общем, 18 октября. Все, пиздец. Собака тут бегает. Бака, собака, собака, бабака, бабака. Холодно, зайненько. Сейчас собой ничего не взял. Ты хороший.
велосипеде приехал, просто посмотреть на море. Все, глухо. Глухо. Охренеть. Даже изменилось море. Все как-то. Корабли ближе стали. Море чисто довольно. Вообще не души. Все закрыто. Море чистое. Да. Охренеть. Люди все обосрались все. Ни души. Можно занимать на пляже места. Места свободные. Поэтому отличается Сочи чуть-чуть, что там еще функционирует все. Я так думаю, не знаю, это не было еще. Море-то чистое, сейчас посмотрим, смогу я искупаться, нет? Называется загорать не хочу вообще. Все море мое. Что, неужели такое холодное? Не пойму почему. Да не, не так уж. Вот такая же холодная вода. Попробую, зайду, не знаю. Пойдем погуляем. Раз приехали. Но я по своим делам еще основная, конечно. У меня основные дела. Но я планирую поплавать тоже, как бы. И прохладно чуть-чуть, конечно. Вообще, как-то непривычно. Людей вообще нету. Этот один. Как магикан. Я привык. Он на лодке кто-то вышел. Не, люди ходят. Вон там. Привык, приезжал летом. В июле приезжал, в сентябре приезжал. Сейчас в октябре приехал. Ой, практически нету людей. Сейчас в данную минуту на пляже вообще никого там. Чуть-чуть отходит. Это просто гулять там не надо. Так вообще никого. Такие дела, ребят. Красота. На лодку поплыли погонять. Все классно, сейчас я взял пуэрчика, как всегда. Но теперь не пятилетний, а трехлетний взял. И посмотрим остановочку. Ехал я дачу купить. Не знаю, людей практически нету там никого.
может быть, завтра повезет, кого-нибудь увижу. На некоторых дачах там совсем дикие есть люди. Не знаю. Там гора в горах, там ни света, ни воды, ничего нету совсем. Что-то я не знаю. Где я хотел сегодня. Именно там не получилось. Завтра пойду. Смотрим. Ладно, пью чаёк, а то как бы не заболеть. А то в поезде ехал сюда. Все чихают, кто-то что-то. Вообще трындец. Я цикловир сразу накатил от греха подальше. Думаю, ну вас нафиг. Сейчас вот на море своя прелесть такая. Чуть дымка. Уже полшестого вечера. Ну, если, допустим, в обед будет солнце, то и хорошо, охлонулся, позагорал. Ну, не знаю, что-то прогноз погоды меняется. В любом случае, я в плюсе. Фруктов поем. Туапсе, они дешевые. Я вот мандарины по 100 рублей купил там. Королек, форма по 150. Такую красоту надо тоже видеть. Без людей. То есть, когда люди были, я как бы все равно убегал. Здесь полно было людей. Я вон туда подался. Но все равно, когда кто-то недалеко купается, как-то и нормально. Так, то есть немножко не по себе или как-то необычно, что ли. Вот, пляж без людей необычно. Так-то. Зато море очистится. Ракушки красивые приходятся. Но волны доходили, нифига себе, аж до сюда. Вот это да. Уже там до моста закрыто все, за мостом гостиницы практически, да, я думаю, даже все закрыты. Единственное, я просто одну нашел, женщина на уступки пошла, как бы она буквально несколько дней назад решила закрываться, и я позвонил. Так, если бы из квартиры я бы не нашел, я бы, наверное, не знаю, где бы обитал. Квартиру не найдешь. Зимой, не знаю. Сдается помесячно, сдается. Это есть. Вот ты месяц 15-20 тысяч платишь. И живешь целый месяц. Ну, не знаю. Когда прохладно. Если с семьей приехать, всей семьей, в вашей компании, то да. На недельку, на две можно тут гулять, побродить. В Сочи поехать тоже интересно. Я не знаю, наверное, в этот раз в Сочи не поеду. Потеплеет, наверное, весной. Мне дела
не так делается, как мне нужно. А время идет, время-то самое главное. Вдалеке он там корабль. Еле видно. Прикольно-то. Хотя вон люди пришли тоже. Я не один. И то радует. Не знаю, местные вообще на море не ходят. Зачем-то на море, возле моря жить, если вообще не ходить. Как бы не знаю. Но все равно классно. Главное долго не купаться вот в данный момент, а то можно забалить. Если чая с собой нету, ничего такого нету, кофе. Тут уже кафе что-то все закрыто. С собой только. Да, можно заболеть, если долго плавать. Я даже вот возле берега там чуть-чуть поплавал, даже глубину не полез. Потому что ну, прохладно. Солнце, посмотрим, может будет в обед, не будет завтра. Да. Не, ну так романтично, конечно. Классно. Сейчас сяду на свое место. Я уже тут третий раз на этом месте. Третий раз приезжаю, я здесь помблюсь каждый вечер. Как и приезжаю сюда. Бамс. Чаек наливаю себе. Бух. Интересно наблюдать, как все меняется с каждым месяцем. Но зимой не, я бы не хотел. Чаек. Парчик. Да. Зимой, наверное, не приеду. Во-первых, я жилье тут не найду. Сейчас я мне чисто повезло. Одна гостиница, может быть, на всем побережье осталась. Вообще в доме один. Резко в поселке, в самом резко сократился народ очень сильно. Остался только местный. Очень мало людей. Тут сезон еще более-менее, люди, ну, живет поселок, живет. Движуха там более-менее. В Сочи, я думаю, нормально будет сейчас. В сентябре. Народа не скажу, что много было. Немало, нормально. В Сочи было больше в сентябре однозначно. А сейчас, наверное, люди все в Сочи и едут, потому что. Ну, море там, может быть, градусов на 2, может, теплее. Я не думаю, что на больше. Там больше просто движуха. Там круглый год движуха, поэтому.
Да, тут надо свое жилье иметь. Если, допустим, с семьей приехать зимой, вот в октябре, в ноябре, в декабре, тут же вообще никого не будет. С семьей приехать и гулять тут, шашлык жарить. Прикольно будет. Ладно, посмотрим. Завтра погода какая будет, все. До завтрашнего дня будет решаться. Просто сегодня целый день пасмурная погода. Я думаю, я хочу чуть-чуть погореть на солнышке еще. Нифига. Неделю назад еще люди купались. Сейчас уже нет. Резко как-то. Но скажу я вам. Нужно быть оптимистом, нужно быть сильным. И как бы есть люди, нет. Просто, конечно, когда людей много на пляже, веселее как-то. Ну, так-то так. Пофигу, если честно. Прохладно только вот. Солнце было бы, я бы пошел бы на зеленый гай и вообще там. Там до этого-то не было людей нифига. А сейчас тем более. Если солнце завтра будет, то я задержусь тут. Если нет, тогда я не знаю, тогда я поеду в Туапсе, покантуюсь там день-два. Домой, наверное. Туапсе тоже есть посмотреть. Сам город интересный. Кота, ты мой зёнька. Кота. Кс-кс-кс-кс-кс. Мау. Короче, вот так, друзья, сегодня погода плюс 16. Облачно. Даже обещают дождик. Даже дождик обещают. Завтра обещают вроде 19. Потом к концу недели 24. Выходные. Не знаю. На данный момент прям прохладный. Бух. Я еще искупался в море. Вообще под замерз. Встретил Мурлыку. Мои знакомые. Я уже 3 раза уже в этот. Гостиница морская, там отдыхал и кошек кормил. Она мне узнала, подошла, поздоровалась. Говорит, жрать давай. Ну, нет, ничего. Завтра пойду покормлю. Холодно. Ладно, пошел я греться, наверное. Пойду в магазин. У меня какие-то потом приду. Руку покормлю. Знаю, что так бросили, что ли. Кошку с котятами там. Кошки там еще где-то. 3 кошки у них в гостинице были. Котята были. Как так, не знаю. Надеяться, что мышей не будут ловить. Если не смогут поймать, что голодный. Не знаю. В корне теперь нужно. Надеюсь. Нашел такую ракушку. Все, замерз, пошел я. Бух. Теперь подальше мне идти. Минут 25-30. Берега
мужская, все закрыто. Да, такие дела. Надо бы мне переехать. Кто там фиг его знает. Фиг его знает. Если я приехал сейчас сюда, 16, там четверг, 19. Фиг, а четверг приехал, а там под денег опять дождь, опять холодно. На 2-3 дня, не знаю. Хэмэ. Тут вода появилась, от воды не было. Где? Чистили речку. Решил вам здесь тоже запиликать видос. Как все опустело. Сезон закончился и все. Да. Сейчас. В районе 6 вечера. Прям дубняк. Еще я искупался. Мася, ты хороший. Песик. Привет. 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 Да. Здесь сезон быстро заканчивается. Не так, конечно, как вот в этом. В Анапе еще сильнее. Быстрее, точнее. Там где-то в середине сентября уже все, сезон. Там холодно уже в конце сентября. Ветер поднимается, все. Нормально в сентябре было. Когда я взял. Сейчас чаем попью. Сварить фиг его знает, еще будет по обстоятельству действовать. Скорее всего, бич-пакет возьму. Потому что тут много чего закрыто. Готовить не знаю, там у меня гостиница, я еще не разобрался, есть там чего нету. На всякий случай себе пакет возьму, который можно залить кипятком. Чайник там есть, я видел. Остальное еще буду разбираться. Буду уже думать. Делать на завтра. Не, ну так я знал, что будет прохладно, но не настолько. Когда искупаешься в море, кажется, эти 16 градусов как 8 или 7. Необычно, конечно, когда людей нет. Он пока местный. Только местный. Инжир еще есть. Офигеть. На Туапсе купил. Цена нифига не падает. Я летом покупал по 250, и в сентябре 250, сейчас приехал тоже 250. Хоть сезон, не сезон, цена
одна. Самое минимум, что я брал инжир, по 200 рублей. В принципе, у нас есть в стуках такая же цена, 200-250. Не знаю, почему тут такая цена. Тут вообще должно быть рублей по 50. Потому что здесь везде растет. Масенька, ты зайненька. Вас надо кормить все. С собой надо брать. Сладки. Ну иди сюда. Ну иди сюда, красавец ты. Красавец. Ну иди сюда. Хороший. Продолжаем видео, чтобы все. А соль. Офигеть. Чуть-чуть вот начинает темнеть, уже прям холодно. Тут, наверное, реально все 7 градусов, наверное. Не, зимой тут, я думаю, трындец. У нас, конечно, и сундука в муше холоднее, но не так ощущается. Тут привык, что тепло всегда должно быть. Чуть похолодало уже. Такую баскетбольную площадку сделали. И не было. В сентябре только залили фундамент. В августе не было ее. Тут хорошо сезон. Вот когда сезон летний, с мая по начало октября. Наверное, там сразу до 5 октября. Все, потом валить. Потому что работа тут, я думаю, окружалка с работы. Чисто отдохнуть, как приехать на полгода с семьей. Не постоянно, чтобы тут днем каждый день. А так в течение полгода в месяц на неделю две приезжать с родителями, с родителями, с родственниками. Две недели побыл здесь, кайфанул, поехал, поработал, думаю, приехал, кайфанул, поработал. Так, пожаре, конечно, тоже обгоревшийся, не вариант. А осенью холодно. Не знаю, это может быть 24. Обещают температуру. По выходным не знаю, как она будет ощущаться. Вечером однозначно холодно. Тут потеплеет, хоть нет. И море остыло уже. Так сильно нагреться, не нагреется. Может быть, там на градус, на полтора. Все будет, допустим, неделю, две, солнце. Ночью прогреется. Сейчас я зашел. Не могу сказать, сколько температур, но где-то, может быть, в районе 20 градусов. По ощущениям даже меньше. Но зимой хорошо где-нибудь в Таиланде, в таких местах, Карибские острова. А летом хорошо в Шипси, летом замечательно.
зимой до меня. Я вот сейчас попробовал, чуть-чуть похолодало. Это ощущается по-другому. Если зимой, допустим, дает влажный воздух, мороз даванет. Точно не бывает, но замерзнешь, потому что ветер подует. Это ощущается по-другому. Бутылка на сезон. Нет, жалелся я только на сезон. Я специально приехал, чтобы ощутить, как оно. И как бы даже удачно приехал, чтобы понять. Если в декабре, допустим, здесь шашлыки пожарить, все. Если тепло, более теплая будет погода и хорошие теплые вещи, то может там на 2-3 дня если свое жилье имеешь. А так вообще, в принципе, зимой, я думаю, здесь труба. Вот люди, некоторые там в горах, которые живут, замерзали, трындец. Этой зимой вроде тут снега особо нету, но ветер холодный, поэтому. А летом класс, летом замечательно, даже чем выше в горы, тем даже лучше летом. Зимой не, зимой сентуки замечательные. Ладно, пойду я возьму китикеты кошкам и пиджуана все возьму, горяченько поесть, а то я на фруктах целый день замерзся жестко. Короче, ребят, обстановка у нас такая: 18 октября, прохладно. Не знаю, может быть, в обед будет более-менее, но сейчас я зашел, прям прохладная вода. В принципе, вот со второго, с третьего захода более-менее. Но все равно чуть прохладно уже. Как бы, не знаю. Для кого как, допустим, люди с района севера, я думаю, без разницы, нормально будет, вообще нормально. Мне чуть-чуть прохладно. Потому что если стуков, чуть-чуть прохладно. Завтра в обед приду, поплаваю. Такие пироги, ребят.